Всем привет! Меня зовут Надежда, и вы на моем канале. Сегодня очередное видео из серии совместного кулинарного моего проекта. И сегодня я предложу вам десерт, с которым справится абсолютно каждый. Давайте приступим. И предложу я вам сегодня совершенно несложный вариант десерта, который не отнимет у вас очень много времени и подойдет даже для особо занятых работающих людей. Это у меня коржи Наполеон Чирока. Вот, и здесь 5 штучек, 5 коржей. Нет, вру, 6. Мне понадобится также сметана, я взяла обычную. И бананы у меня понадобятся. И я взяла сгущенное молоко. Вот такое вот, с какао и с сахаром. Вот так оно выглядит. Наше глубокое рогачевское молочно-консервное. Вот, я уже ее вскрыла, вот так вот она выглядит, какао сама. Давайте приступим. Я уже порезала бананы, выглядят они вот так. И в сметану вместо сахара, как обычно доделают, я добавлю сгущенку с какао. Это придаст немножко такой какао-кофейный шоколадный вкус к коржу, да, и сладость саму. Вот. Добавляете по вкусу столько, сколько нужно вам, и по объему тоже. У меня ушло примерно полбанки сейчас вот в данном вариации. Я сейчас размешаю до однородной массы и буду прослаивать. Я уже положила последний лист коржа. На него же наверх на самый положила бананы. И сейчас буду укрывать вместе с бананами оставшимся какао. У меня тут осталось чуть-чуть совсем. И я сейчас наверх все это остатки вылью. Даже если он польется по краям, это ничего страшного, как бы края сами тоже закроются нашей массой, и будет тоже вкусно. Так. Если получаются неровности, их можно выровнять аккуратно такой вот кисточкой, что я успешно сделаю. И бока тоже вот так, остатками нашей заливки. Вот такая штука у меня получилась. К слову сказать, ушел у меня один банан, полпакета сметаны и полпакета сгущенного, не полпакета, а полбанки сгущенного молока с какао. Отправляю я его на сутки в холодильник и дам ему пропитаться. Мои коржи уже постояли, пропитались. Выглядят они вот так в разрезе. Вот. Очень вкусно, аппетитно. На сегодня у меня все. На этом у меня все. И я напомню, что к проекту может присоединиться абсолютно любой желающий. И пройдя по хэштегу «Рецепты к новогоднему столу», вы увидите, что предложат вам девочки, которые снимают это видео вместе со мной. А на сегодня все. Если вам нравятся мои ролики и нравится мой канал, не забывайте подписываться, ставить колокольчик, чтобы не пропустить интересные видео для вас. Спасибо, что были со мной.